перенять мышление, у нас есть возможность перенять энергию человека, который достиг гигантских результатов. Это долларовый мультимиллионер, это человек с гигантским опытом в бизнесе, это человек, который, представьте, помог десяткам компаний, то есть выйти на миллионы долларов оборота. Просто даже побыть в поле этого человека, это уже огромная радость, поскольку даже вчера вы это уже почувствовали, что мы немножечко мышление переняли. Какой-то у нас по-другому волна какая-то пошла, у нас пошло другое отношение к жизни. Возможно, у кого-то зажглась та искорка, да, которой вот немножечко не хватало. Соответственно, сейчас это человек, который помогает десяткам людей реализовывать свою мечту. Это человек, который помог уже миллионам людей осуществить мечту с путешествиями, да, с свободным стилем жизни. Он показал пример, как нужно жить, и что наша большая ценность – это семья. За это я ему огромную благодарность выражаю. Сейчас, буквально через неделю, мы с женой вдвоем улетаем в Барселону на свой наш первый круиз, наслаждаться со всей возможностью вместе с семьей. Да, то есть это прекрасный возможность. Прекрасный семьянин, бизнесмен, писатель. Так, кто, у кого книга? Дедушка, отец. У кого книга есть, Майкл, поднимите руку. Отлично, Майкл, look your book. Еще, да, кстати, просто, возможно, вы эксперт по радостному смыслу, или нет, просто ради уважения даже дай Майклу, приобретите себе книгу на выходе, да, то есть это будет приятно для вас, да, то есть Майкл, соответственно, вам подпишет, это будет хороший просто, такой памятный знак, памятный подарочек. Соответственно говоря, я под бурные ваши стоя аплодисменты приглашаю на эту сцену генерального директора компании «Кузов», основателя компании «Кузов», бизнесмена Майкла Хатчиса! Дайте друг другу пять. Let's start your morning off right. High five, give five hugs. Here we go. Майкл говорит, что когда вы записываете, то он понимает, что вы его слышите. Это очень важно. Так что у нас есть очень много, я думаю. Поднимите, пожалуйста, партнеры руки, которые недавно в Incruises. Майкл, it's a new partners. New partners, wow! Okay, beautiful, welcome. Супер! Welcome. Поэтому на все тренинги Майкла, пожалуйста, с собой обязательно ручку и обязательно записную книжку. Well, I have a question for all our new partners, please. I have a question. Я имею вопрос к новым партнерам. How many of you would like to earn more money? How many of you would like to earn more money? Сколько вы планируете зарабатывать денег в Incruises? Just by show of hands. Yeah. Okay. Вы хотите много зарабатывать? Поднимите руку, кто хочет много зарабатывать в Incruises? Would you like to know the answer to earning
More money with in cruises, yes? Наверное, вы пришли сегодня, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Как же можно зарабатывать много денег в Incruises, правда? Yeah. It's a very simple answer. I want you to write it down. I want you to write down these words just as I say them. The more time I invest talking to new people, the more time I invest talking to new people online and offline determines how much money you're going to make. It's very simple. И ответ на этот вопрос очень простой. Как можно заработать много денег в Incruises? Это общаться офлайн и онлайн с вашими новыми партнерами, с вашими клиентами. И вы тогда заработаете много денег. Все зависит только от вас. People ask me all the time, can I make a good income? Can I make a good income here? And the answer is yes, but I always say to people, you tell me how much time you can invest talking to people online and offline, and I can tell you how much money you will make. Is this right, partners? All the big leaders here on the front row, is this true? Очень часто меня спрашивают, Майкл, скажи, Incruises это бизнес? Сколько денег мы можем зарабатывать в Incruises? И Майкл всегда отвечает, все зависит только от вас, сколько вы будете инвестировать своего времени, общение с новыми людьми, привлечение в наш бизнес, привлечение в наше путешествие. И только это от вас зависит. И наши лидеры, которые сидят на первой сегодня, первом ряду, это все подтвердят. Is this true? Yeah, this is true. Это правда? So all the leaders on the front row will tell you the same thing, that you can do this business both online, on the internet, and offline, face to face. What's the reason to do business online? The reason to do business online is to talk to people face to face, to have Skype calls, to have. Go ahead. И, конечно, первое, что вы должны делать в вашем бизнесе, это общение онлайн. Почему вы должны общаться онлайн? Потому что вы выходите, даже если это интернет, вы выходите в Skype и обязательно выходите в видео, потому что вы должны посмотреть человеку в глаза, вы должны с ним общаться. And so, do you like talking to people? Do you like to talk to people? Вы любите общаться с людьми? Yeah. Do you like to answer lots of questions? И вы готовы и любите отвечать на много вопросов, которые вам будут задавать? Yeah. Восьмерки. That's our business. We're not selling anything. This is important for you to know for me right away that we don't have to sell our business. We don't have to sell our membership. We don't have to sell our partnership opportunity. We have to what? И, конечно же, наш бизнес — это не продажи, чтобы вы просто понимали. Мы не продаем членство, в общем, да, в стратегическом виде. Мы не продаем наше партнерство. We have to find out what do people want more of and what do people want less of. It's very quite simple. You have to ask people what do they want more of. People are going to tell you they want more time with family. They want more money, they want more vacation, they want to have more control over their schedule. This word, more, is so important. You have to find out, you have to ask people, what's going on in your world? What do you want more of? И, конечно, вы должны первое, что спросить у человека, это что он хочет. Вы должны поинтересоваться, как он живет, его стиль жизни, и что бы он хотел в будущем. Или он хочет путешествовать, или он хочет больше быть с семьей, или он хочет больше зарабатывать денег. Первое, вы должны определить потребности. And what do you want less of? Everybody wants what? Less stress. People want less what? Less anxiety, less fear. И первое, что вы должны понять, что эти люди хотят уменьшить у себя. То есть от чего они должны избавиться. Что хотят меньше всего люди? Это, конечно, что? Стресс, нервничать, чтобы были какие-то неприятные ситуации. Правда же? And so that's if you get anything out of these last two days, and if you get anything out of being with me, is always to know that to increase the quality of others' lives, that's the reason we're in this business,
to help others enrich their lives, to increase the quality of their life, you have to know what do they want more of and what do they want less of. I can look at all these leaders on the front row and I know what they want more of. I know what they want less of. Some of them want more time with their children. Some of them want less stress. Some of them want to be able to go to a foreign country like Turkey and spend more time there. Some of them want to spend more time with their grandchildren. I know this about our partners. I want you as our partners to have this conversation with the people that you're talking to. It sounds very difficult, but it's very quite easy. You just have to ask, right, Natalia? You have to ask people. Okay, okay. И самое главное, что вы должны понять, это то, что человек, каждый ваш человек, с которым вы говорите, какие у него на сегодняшний, какая у него на сегодняшний день ситуация, что он хочет улучшить и от чего он хочет избавиться. И вы должны знать каждого вашего будущего партнера, чем он дышит. Потому что Майкл говорит, вот сейчас сидят лидеры на первом ряду, я каждого знаю, что кто хочет. Кто что хочет улучшить, кто хочет от чего избавиться, кто хочет, может быть, больше уделять внимание семье, кто хочет больше зарабатывать деньги, кто хочет путешествовать. Это вы должны у каждого вашего партнера понимать и знать. How many of you, by show of hands, are in a relationship? How many of you are in a relationship? Show of hands. Скажите, пожалуйста, сколько человек, поднимите руку, любит общаться, и у вас есть отношения с друзьями? Everybody's hand should be raised with another human being, another person. Would you like to know the key to that relationship? I'll give you two keys. Number one. И я вам хочу в отношениях дать два ключа для развития хороших отношений. You go to a relationship to what? To give. You go to a relationship to give, right? Почему вы идете в отношения? В первую очередь это дать. So whoever you're in a relationship with, you simply ask, what do you need more of in our relationship? What can I do to add value to our relationship? What do you need more of in our relationship? And listen, let people tell you. They're going to tell you what they need, but you have to ask, what do you need more of in our relationship? You go to give, you go to listen. What do you need more of in our relationship? И, конечно, первое, что вы должны задать вопрос, что ты ждешь от наших отношений? Что ты хочешь от наших отношений? Чтобы человек понимал, что вы в первую очередь пришли сюда, чтобы выслушать его. И дать или совет, или сказать, как можно улучшить его жизнь. You don't go into a relationship to take from the other person. You don't go to take. Вы не идете в отношения, чтобы только брать. If you go to a relationship to take from the other person, this is a recipe, you understand recipe? This is a recipe for a short-term relationship. If you go to take. Если вы идете только в ваши отношения, чтобы взять, то поймите, что ваши отношения долго не продлятся. Это краткосрочные отношения. Does everybody understand? Вы понимаете? Everybody on the planet, everywhere I travel, whether in Belarus or Ukraine or Russia or Kazakhstan or Latin America, South America, Europe, everybody's the same. Everybody wants more of and less of. You just have to ask them, what do you need more of and less of? And they'll tell you. They'll tell you. And so, what's the greatest, I said it yesterday, what's the greatest expression of love? What is the greatest expression of love? И я много путешествую по миру и встречаюсь со многими народами в разных странах. И поверьте мне, везде люди имеют везде люди одинаковы. Они хотят что-то улучшить, и от чего-то избавиться. Где бы я ни путешествовал, и в Киев, и в Латинскую Америку, и в Европу, где бы я ни ездил, люди одинаковые. Мы вчера с вами говорили, правда, о любви. Мы вчера говорили, как можно показать свою любовь. What is the greatest expression of love? The greatest expression of love is to give, is to add value, not to take away. When you're in love with somebody, you want to figure out all the ways that you can do to make them feel better,
to give them more of you. Remember, children, the people that we're in a relationship want time with us. That's the reason that I flew here, so I could spend time with those that I love. It breaks my heart to be away from the people that I love. I hope you get this, yeah? That time equals love. The greatest way to show that you love somebody is spend time with them and listen to them. Find out what's going on in their world. И как мы показываем, мы вчера говорили, да, как мы можем выразить свою любовь в самой высшей степени, это инвестировать свое время этому человеку. Помните, мы с вами вчера говорили о детях, да? Что мы инвестируем для наших детей? В первую очередь мы инвестируем свое время. Вот точно так и вы должны инвестировать свое время с, людям вашим, с которыми вы общаетесь. Это наивысшая степень показа вашей любви. And so I'm asked all the time, why is Incruises growing all over the world? Why will Incruises be here for a long time? And I'll tell you this answer. И очень часто я путешествую по миру, я провожу региональные такие мероприятия, и меня люди подходят и спрашивают: Майкл, а почему ты думаешь, что Incruises будет на долгое время? Почему ты думаешь, что Incruises будет стабильный? И вы хотите узнать почему? The answer is because we're adding value, because we're giving, we're adding value, we're helping, we're not taking away, we're not taking away anything. 100% of our members have saved money on their cruise vacations. Not 95%, not 90%, 100% of our members have saved money. We're adding value, we're giving. 2-for-1 cruise dollars. We're not taking from anybody. И ответ наш в том, что компания ничего от вас не берет, а наоборот, она добавляет каждому ценность. Ведь добавление каждый месяц вам 100 круизных долларов, это же не компания берет, а компания вам дарит. Поэтому компания в очередь дает. Yep. Super. And so that's the key. I just gave you the key to our success. I just gave you the key to my success. The key to the success of my business, the key to my success in terms of becoming wealthy, is I've always figured out a way how to add more value. I don't go into relationships to take. I go to create relationships for a lifetime. This is the way I go into business. I go into business looking to create lifetime relationships. Not short-term relationships, lifetime relationships. That's the key to wealth. That's the key to staying in business for a very long time. Ensuring that you're always what? Adding value to those that you're closest to. That's the key. И самый главный ключ, который успеха Incruises, и Майкл сказал, и его успеха в жизни, это то, что он добавляет другим ценность. Он дает. Это в первую очередь. И Incruises дает вам. Вот ключ успеха для каждого из вас. Okay. So I'd like you to turn to each other, like you to look at each other. Повернитесь, пожалуйста, друг к другу. Посмотрите друг на друга. I'd like to turn to each other, and I would like you to ask this question. Я хочу спросить у вас один вопрос. Okay. How are you? I want you to ask this question. How are you? И скажите, как у вас дела? Спросите друг у друга. How are you? Okay, super. Now I have another question. А сейчас я еще один вопрос имею. I would like you to ask this question again, thinking that you know this person very well. I would like to say, I'm curious. What? I'm curious. I'm curious. Do you understand curiosity? Curious is to wonder what's going on in your world. I'm curious to know. I would like to know. И когда вы человеку спросите, как у него дела, то есть Майкл это уже дает, как вы должны начинать общаться, да? Вот холодный контакт, в основном холодные контакты, потому что если теплые контакты, вы хотя бы что-то знаете о человеке, но все равно вас интересует сегодняшняя его ситуация. То есть если холодный контакт, вы в первую очередь должны спросить, как у тебя дела?
выслушать, что вам человек скажет на это. А потом спросить, как ты путешествуешь, что ты интересного в жизни имеешь. И вот вы спрашиваете человека, скажи, пожалуйста, что ты хочешь добавить в свою жизнь? Когда вы выслушаете его, вы спрашиваете, что ты хочешь добавить, что необходимо еще в твоей жизни на сегодня? Okay, turn to your neighbor and ask this question. Спросите, пожалуйста, друг у друга, какая миссия сейчас в твоей жизни? Что ты хотел бы добавить? Что ценного в твою жизнь, чтобы пришло? Ask each other. Спросите, пожалуйста, друг у друга. Okay. What did you learn? What did you learn by asking your partner, what do you need more of? What did you learn? Mila asked, but what did you learn? И что вы нового узнаете от человека, когда вы спросите его, что тебе нового нужно добавить в вашу ценность? What did you learn? What did you find out by asking this question? Is it easy or hard to ask this question? И как вы считаете, это тяжело вам задать этот вопрос или просто? It's easy. Easy. You have to ask people. And so what did you learn? Ask them, what did they learn? When you ask, what do you need more of in your life, what did you learn? Давайте спросим друг у друга, что тебе необходимо? Ведь это так, правда, просто спросить каждому из вас. Это простой вопрос. What did you learn? What did you learn? Mila, pick on somebody, ask them, what did they learn? Скажите громко. Что необходимо людям, когда вы вот друг у друга спросили, что в основном люди говорят, что им как им необходимо улучшить их жизнь? Ответьте, пожалуйста. Что вам ответили люди? Happiness. What's that? Happiness. Happiness. Okay. Love. Okay. How many of you have children? How many of you have children? Сколько человек имеет детей? Show of hands. Okay. Keep your hands raised. Keep your hands raised. Оставьте, пожалуйста, руки поднятыми. How many of you have children that you love? Keep your hands raised. Сколько человек, оставьте руки, сколько человек любит своих детей? Okay, that's a better question. That's a better question. All right, what I would like you to do tonight is to go home and ask your children, what do you need more of? Ask your children, what do you need more of? If you're a mother, ask your children, what do you need more of? И когда вы придете вечером домой, вы спросите своих детей, вот что тебе нужно, скажи мне, пожалуйста, как ты, чем ты живешь на сегодняшний день? Что тебе нужно улучшить? Может быть, что-то ты хотел бы, чтобы получить? Children will tell you exactly what they need more of. И, конечно, дети всегда вам честно ответят, что они хотят, если вы их спросите. Ну, имеется в виду маленькие, да, дети? Ну, и взрослые же тоже уже ответят. Now what I'd like you to do is turn to your neighbor. Turn to your neighbor. Повернитесь, пожалуйста, друг к другу. And I would like you to ask, what do you need less of? What's going on in your life that you would like to have less of? No more. Спросите друг друга, чего бы вы не хотели, чтобы было в вашей жизни? Что бы вы хотели бы уменьшить? Окей? Okay?
Okay, turn and talk to each other. Turn and talk to each other. Повернитесь, пожалуйста, друг к другу. Мы с вами поговорили, что мы хотим добавить в нашу жизнь, какую ценность. Talk to each other. А сейчас мы спрашиваем, что бы ты не хотел бы, чтобы в твоей жизни дальше продолжалось. What do you need less of in your life? Что вы хотите, чтобы ушло с вашей жизни или стало меньше? And what did they learn, Mila? Ask them, what did they learn? И скажите, что вам ответили ваши соседи? What did you learn? Что бы вы хотели, что хотели ваши ближние, которые возле вас сидят, уменьшить? What does your partner want less of? Что вы хотели бы уменьшить в вашей жизни? Did everybody say stress? Does anybody like to have less stress in their life? Скажите, кто хочет уменьшить стрессы в жизни? Who would like to have less stress? Yes. What else? What else, Mila? Very interesting. Men have not stress in no the stress. Life. No stress. Okay, super. You are very lucky. Ой, вы очень счастливы, честно, и удачливы. Так, еще что? Стрессы. Fear. Yeah, everybody has fear. Does everybody have fear? Anybody not have fear? Поднимите руки, кто страх имеет в жизни, вот что-то делать. How many of you would like to know how to at least fear less? I think fear is very good. I think fear is good. Чувствовать страх — это, ну, более-менее хорошо. Почему? Потому что Майкл сейчас расскажет, почему. Но вы, каждый, наверное, думает, как бы уменьшить вот это состояние, да, когда вы боитесь чего-то, ваш страх. Let me ask you a question. Where does fear show up? Where does fear show up? Where does it show up? И я хотел бы вас спросить вопрос по поводу страхов. Почему к нам приходят эти страхи? Как вы думаете? Where does it show up? Как они показываются? I'm not sure. Fear shows up in your body. It starts in your mind. It shows up in your body. Ваши страхи начинаются с вашей головы и пронизывают полностью ваше все тело. You feel fear, right? You feel it. It's inside your body. И вы чувствуете внутри вашего тела этот страх, когда вы чего-то боитесь. Let me ask you this question: Where does courage show up? Where does courage show up? Скажите, пожалуйста, а как смелость? Как уверенность, смелость выражается? Courage shows up in your heart. It shows up in your body. It's the same as fear. But you choose whether you feel fear. You choose whether you feel courage. It shows up in the same place. И, конечно, вы чувствуете смелость, у вас идет через сердце. Смотрите, это одно и то же, да? Оно как будто в нас внутри, но разные пути, разные чувства. Вы хотите какое выбрать направление ваше? Или сердцем чувствовать, или чтобы это было пронизывающий страх через ваше все тело, исходя из вашей головы? I would like for everybody to stand up, please. Stand up. Пожалуйста, поднимитесь все. Stand up, please. У нас всегда очень активные тренинги, поэтому готовьтесь. I want to give you a quick example of what to do with your body whenever you start to feel fear, whenever you start to feel stress. Я хочу сейчас показать, что происходит с вашим телом, когда оно чувствует страх, когда у вас есть стресс. Внутри. The first thing you have to do is you have to breathe. So I'd like for everybody to breathe with me. I'd like you to breathe through your nose. 4 breaths in through your nose. On a count of 3. Вы должны 3 раза через нос вдохнуть. 3 раза. Watch me. Watch. Watch. Смотрите на Майкла, как он показывает. Take 4 breaths in. Hold the breath 5 seconds. Теперь 5 секунд задержите ваше дыхание.
И резко выпустите. Да. Blow it out. Let it go. Let it go. Well, watch again. Four breaths in. Ready? Еще раз приготовились. Три раза. Вдохнули. Задержали дыхание. Four breaths in. Hold it five. И резко все это выдохнули. Blow it out. Let it go. Let it go. Now just jump up. Jump Давайте up. Попрыгаем. Где музыка? Музыку дайте энергичную. Наш звукорежиссер тоже прыгает, поэтому музыки нет. Okay, again, again. Ready? Так, готовы? One, two, three, four, press in. Опять дышим. Задерживаем дыхание и выпускаем. Shake your body out. Shake it out. И опять shake попрыгали. It out. Shake it out. Shake it out. Shake it out. Shake your body out. Двигаем телом. Good, 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 good. Shake it out, shake it out. Okay, give your neighbor a high five, give your neighbor a high five, give your neighbor a high five. Дайте друг другу пять. Okay, stay standing, stay standing. Okay, Mila. Yes. Okay, no, stand up, stand up, stand up, stand up. Stay up, stay up. I'm going to keep this really short. This will be the last thing I do. I'm not going to go over the rest. Huh? I think that this is going to be all the time. How much time is it? All right. Stand up, please, stand up. Please, everyone, stand up. Поднимитесь еще раз. Everybody up, everybody up. Now, I'd like you to just put everything down. Put everything down to your side. Okay. 30 minutes. And just relax, okay? Good. And just put a big smile on your face. Put a big smile on your face. Улыбайтесь, пожалуйста. Он хочет увидеть большую улыбку у вас на лице, американскую. Yeah, good. Put a big smile on your face. And what I'd like for you to do is, I'd like for you to look up, look up. Посмотрите вверх. Put a big smile on your face. И улыбайтесь. And what I'd like you to do is, I'd like you to feel stress, but keep looking up and keep smiling. Keep looking up and keep smiling. И в это время вы почувствуете вот так, как вы чувствуете, когда у вас стресс. Вверх посмотрите и улыбайтесь. Keep looking up. Keep looking up and keep smiling. Keep looking up. Смотрите вверх и сохраняйте вашу улыбку. But I want you to feel stressed. I want you to be depressed. Get depressed. И, пожалуйста, вы чувствуете депрессию, вы чувствуете страх, но вы смотрите вверх и улыбаетесь. Keep looking up, keep smiling, but get depressed. You can't do it. It's impossible. Вы можете это сделать? Когда вы смотрите вверх и улыбаетесь, вы можете почувствовать, что вы в стрессе и в депрессии. But here's what I know. Fear, stress shows up in your body. You control what goes on inside your body. When you smile and you look up, can't get depressed. You can't have stress by looking up and having a big smile on your face. Все идет из вашего изнутри. Ваш страх сидит у вас здесь. А когда вы смотрите вверх и улыбаетесь, вы контролируете, да, свое тело. И вы уже понимаете, что какой может быть стресс, когда у нас такая классная улыбка. Okay, now just relax. Close your eyes. No, stay standing, stay standing. Вы остаетесь, вы стоите, но более уже успокаиваемся. Close your eyes. Just закройте relax. Ваши глазки. Just trust me to close your eyes. Just relax. Relax. Take a nice deep breath. Close your eyes. Закрывайте ваши глазки, все закрывают. And now I would like you to picture, with your eyes closed, I would like you to picture someone that you love. Someone that you love very, very much. Я хочу, чтобы вы сейчас, закрывши глаза, представили себе такую картину человека или что-то, что вы больше всего любите в вашей жизни. Вот представьте. Девочки. Somebody that you love and somebody that loves you.
Maybe this is a husband, this is a wife. Или представьте, кого вы любите и кто вас очень любит. This is a brother, a sister. Это может быть брат, сестра, ваш муж. A son, a daughter. Может быть сын или дочка. A mother or father. Мама или папа. A grandmother, grandfather. Бабушка или дедушка. Your children. Ваши детки. A friend of yours. Ваши друзья. Somebody that loves you with your eyes closed. Пожалуйста, закройте глаза и вот представьте этого человека, которого вы любите и вас страшно любит. Вот это чувство. Ощутите вашим телом это чувство. And know how good it feels to know that somebody loves you. И правда, вы сейчас чувствуете тепло этого человека, да, который идет к вам, эту энергию, человека, которого любит вас. И вам эта ситуация нравится. And it's okay to smile in your heart, knowing that somebody cares for you and loves you very, very, very much. И, конечно же, ваше сердце сейчас улыбается, потому что вы знаете, что вас очень, очень, очень сильно любят. And now just open your eyes. Пожалуйста, откройте ваши глаза. Okay, so anytime I feel fear, anytime I feel stress, I just take a breath, I take a deep breath in, I relax, I shake my body out, and then I close my eyes, and I think of somebody that I love. So this morning, I'm stressing out because I now have to buy a new airplane ticket. I was told by Border Control that I flew in to Minsk, but I can't fly through Russia. I have to fly through Ukraine. I don't understand why, but it caused a little bit of stress. So what do? I take a deep breath. I just relax. I close my eyes. I just close my eyes and just get calm, get centered. And then I just get back to what I'm doing. И, конечно же, у меня тоже бывают ситуации страха, волнения, и я делаю то же самое, что я вам только что сказал. Если я чувствую, что у меня страх или какое-то волнение, я дышу 3 раза, задерживаю дыхание, потом выдыхаю, и потом, когда прыгаю, да, то есть даю энергию своему телу, а потом расслабляюсь, закрываю глаза и вспоминаю того человека, который меня очень сильно любит. Вот даже сегодня утром у меня был большой стресс. Почему? Потому что мне вчера сказали, что мне нужно поменять билет, как вы знаете, да, вот что-то с визами непонятно что. И я имел очень большой стресс, потому что, ну реально, сегодня мы улетаем в Алма-Ату, а Майкл должен менять билет. И он говорит, я встал как бы вот с непонятным состоянием, потом я взял себя в руки. Я 3 раза подышал, потом задержал дыхание, потом резко этот страх выпустил, попрыгал, дал своему телу энергию позитивную, потом собрался с мыслями, закрыл глаза, представил вот эту классную ситуацию, после этого заказал другой билет и был счастлив. Let me ask you a question. Do you think successful people have more fear, more stress than unsuccessful people? What do you think? Как вы думаете, успешные люди имеют больше негатива, стрессов, каких-то неприятных ситуаций, чем не успешные? Do you think I have fear in my life? Как вы думаете, я имею страх и вот эти состояния в своем теле? Yeah. Do you know what my biggest fear is? I have 2 big fears. Я имею 2 очень больших страха в жизни. I have 2 big fears. Would you like to know what they are? Вы хотите знать какие? My number one biggest fear is that I'll get to the end of my life when I die and I'll look back and I'll regret not spending time with those that I love the most. That's my biggest fear. Самое большое мой страх это то, что когда уже придут последние мои дни на земле, мне придется уже готовиться уйти в вечность. Самое большое — это то, что я думаю, что я немного времени уделил самым близким. That's number one. That's my biggest fear. Это мой самый большой страх, что я не был с теми людьми, которые я люблю долгое время. But,
But that's why I'm here. The reason I'm here is I have this fear that I can help people. There's so many people that we can help, but I have this fear, I have this stress in my life that if I don't get out there and spend more quality time with people, that I won't be able to make a difference. This is what drives me every day. I don't have to work. You understand this, right? But this fear that I have, that there's somebody else that we could touch, somebody else that we could help improve their life, we could help go on vacation, this causes me unbelievable stress and fear, knowing that there's more people in the world that we can help. There's a lot of people that need our help. И вот почему, вот из-за того, что я имею огромный такой страх в конце своей жизни, что будет, я и сейчас в инкрузис. Я сейчас, моя миссия — помочь многим людям улучшить их жизнь, помочь многим людям путешествовать, жить достойной жизнью. И вот я утром просыпаюсь, может быть, мне тоже не хочется уже даже думать о работе, но вот этот огромный страх, который висит надо мной, что, о чем мы только что с вами говорили, что я в конце своей жизни, наверное, не до конца побыл с теми людьми, которых я хотел, вот это меня двигает вперед, поднимает мое тело, мое движение вперед. И я каждый день говорю себе, ты должен идти и это делать. И вот это мне приносит самое большое удовольствие. My second biggest fear is that I have a fear of failure. Why? I have a fear that we may fail. I fear this. This is a fear that's real for me. Why? Because I have a responsibility. I have a responsibility right now for almost 50,000 people in the world, 50,000 people. And we're just a baby. After 3 years, 50,000 people. 3 years, we're just a baby. I have this fear to stay strong, to stay active, to stay healthy, to surround myself with good people, to stay in action every day. So I don't have time to feel my fears, I just go to work. You understand this, right? When I feel fear, I go to work. I don't have time to feel fear, but I know it. But I allow that fear to fuel the growth of myself, and as I grow, the business grows. И, конечно же, второй страх — это моя ответственность. Ответственность перед людьми, которые поверили в меня и пришли в мой бизнес. Потому что за 3 года компании у нас уже 50 тысяч человек по миру. И я имею огромную ответственность за этих людей. И вот что мне дает, я хочу им дать стабильность, я хочу этот бизнес им дать на долгие годы. Вот что делает мое тело каждое утро, говорит мне, поднимайся, поднимайся, потому что я очень ответственный. И я думаю, что этот страх и поднимает меня так к тому, что я делаю каждый день для вас. Я вам хочу помочь. Okay. Have a seat, please. Have a seat. Пожалуйста, присаживайтесь. I'll say 2 other things real quick. I would like you to write these words down. I'd like everybody to write these words down. Пожалуйста, запишите каждый, что я сейчас скажу. If not, I'd like you to put it in your phone. I think it's very important. Если у вас нету записной книжки с ручкой, можете записать в свой телефон, потому что это очень важно. Yeah. And it's these words. People get what they have to have. People get what they have to have. Люди получат то, что они хотят получить. People get what they have to have. Каждый из вас получит то, что хочет получить. And so the fear that I have, the fear that I have of not spending quality time with people, the fear that I have of thinking that in cruises may not work out, this fear, it's what drives me. I won't settle for anything less. You understand? I won't settle for it. I want you to say these words. I will not settle for this. I will not settle for this. I will not settle for Incruises not succeeding. I won't do it. I won't allow it to happen. I don't want you to settle for life
where you feel fear every day. Don't settle for that. Do not settle. Do not settle to be less than what you're capable of. Do not settle for a life where you're not in charge. Do not settle for a life that your children don't have the ability to do the things that you want them to do. Don't settle. People do what they have to have. People get what they have to have. Don't settle. Do you understand? Yes. Do not settle. Никогда не думайте ничего, что может произойти. Не дай Бог что-то случится с Инкрузис, не дай Бог что-то случится с вашими детьми, не дай Бог что-то случится у меня в жизни. Это страх, который вас держит. Вы должны это отпустить, потому что это может никогда не случиться. Не думайте об этом постоянно. So I'd like you to write down, I will not settle. I will not settle. Запишите, пожалуйста, это. I will not settle. And I would like you to fill in whatever that blank is. I will not settle. I will not settle. Мила, I will not settle. Запишите, пожалуйста, я никогда не буду об этом думать. Я не принимаю это в себе. And so I want you to go back to what did you write down that you want less of? What did you write down that you want less of? Whatever. И напишите, пожалуйста, что бы вы хотели уменьшить в своей жизни, чтобы у вас не было этого в жизни вашей. Whatever you told the person next to you that you want less of, I want you to say, I will not settle for this anymore. И когда вам человек рассказывает, да, что бы он в жизни хотел, чтобы у него прекратилось или что-то уменьшить в своей жизни, вы должны человеку уверенно сказать, даже не думай об этом. Whatever you told your neighbor that you want more of, I want you to write, I won't settle for anything less. Don't do it. Don't settle for anything less. Даже не думай о том, что тебе там нужно уменьшить или что нужно прекратить. Просто не думай об этом. Просто. Будь Okay? I won't settle. Don't settle. Do you understand? Is the word settle? Do they understand what I mean by settle? Settle. Don't think about this, anything. No, it means to accept it. Don't accept it. If somebody... не принимай это к себе в душу. Не принимай. Остановись. Стоп. Yeah. You know, this is what I say. Give me your fears. Give me your doubts. Give me your limits. This is what I say to our partners. Вы должны сказать, отдай мне вот это чувство страха. Отдай мне его. Не думай об этом. Не принимай всем телом его. Остановись. Give them to me. Tell me what your worries are. Расскажи мне об этом. Дай мне свои страхи. Отдай. Tell me your doubts. Tell me your limits. Tell me what they are. I want to know what they are. Отдай то чувство, в чем ты лимитирован, в чем ты свои комплексы отдай мне. Because you know what I'm going to deliver? I'm going to deliver results. I will deliver results. Потому что я тебе покажу, как из этих страхов можно получить результат. Give me your fears. Give me your doubts. Дай мне свой страх. Дай мне свои неуверенность. I'll take them, but I will show you. I'll give you back results. That's what I've built in cruises on. I had all the doubts. I had all the fears. I had all the limits from people all over the world. People telling me what you have will not work. I said, great. Give me your fears. Give me your doubts. Give me your limits, and I'll show you results. Это то, как я строю Инкрузис. Я говорю людям по всему миру, дайте мне ваши страхи, дайте мне вашу неуверенность, дайте вам то, что вам мешает, и я вам покажу, как из этого можно сделать результат. So what are some of the results? Let's talk about some of the results. Давайте поговорим об этом результате. We're in 100 plus countries, 100 countries, 100 plus countries around the world. 100% наших людей по всему миру. We're in these languages: English, Russian, Spanish, German, Italian. Мы сделали уже очень много на сайте языков. Это итальянский, испанский, русский, корейский, английский, какой еще у нас? Узбекский, немецкий. Да, говорят, что уже. Майкл, how about Узбекистан? Uzbekistan is next. Это следующий будет язык узбекский. Uzbekistan is next. And Ukrainian. Будет. Romanian is coming next. Румынский даже у нас уже скоро будет язык. А Turkish language. Michael, about Turkish. The thing is that I want you to think about what are the top 10
languages spoken in the world? What are the top 10 languages spoken in the world? If I were sitting where you are, I would think about this question. What are the top 10 languages spoken in the world? Для того, чтобы ответить на вопрос по поводу языков, какие будут языки в будущем, Майкл говорит, давайте подумаем, какие топ 10 языков в мире. What would you say? In English, we're talking, we're already there. China. China. I would think about, do I know anybody in China? What else? Japanese. Do I know anybody that speaks Japanese? Arabic. And do I know anybody that speaks Arabic? Turkish, but it's not the top 10. Турецкий не входит в десятку. French. I would ask, who do I know that speaks French? Russian's already done. Смотрите, у нас языки приходят, чем больше у нас партнеров в других странах, да, чтобы вы просто понимали. Чем больше вы будете открывать партнеров в других странах, in cruises, тем быстрее придут к нам языки на сайт. I'll give you two more hints. How about Poland? Polish not a top 10, but still that's это тоже не входит в десятку. I'll give you two more. Biggest languages spoken in the world, India. Hindi, Punjabi. Hindi один из самых топовых языков в мире. Hindi and Punjabi in India. India. Yeah. Hindi and Punjabi. And then what else? Malaysia. 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 Let me tell you what else. Last result. 100%. 100% of our members have saved money on their cruise. That's a result. And so I back up my vision. I back up our mission with results. You have to understand this as a partner, that everything that we've done has been proven. Give me your fears, give me your doubts, give me your limits, I'll give you results. This is what I want you to say as a partner. You're going to hear people say to you, you're crazy to do this business within cruises. This will never work. How Yuli Masnisa? Why are you doing this business? Husband told you why. Please go back. Get another job. Right? This is crazy. Очень многие люди... Теперь давайте поговорим про результат. Потому что 100% наших людей, партнеров, которые есть в Incruises, они сохраняют свои деньги, экономят свои деньги. 100%. Поэтому... Естественно, по миру, Майкл говорит, я езжу, мне многие говорят, слушай, ты вообще, наверное, не в уме, что ты делаешь инкрузы. Это разве, говорит, бизнес? Но Майкл говорит, да, я, говорит, знаю, что многие об этом думают. Даже вот Юлин муж, он тоже Юле говорил, Юля, куда ты идешь, остановись, иди на нормальную работу. Правда, Юля? Okay. So, all пожалуйста, поднимитесь, лидеры. Повернитесь, пожалуйста, к людям. The reason these leaders are leaders, the reason these leaders are leaders, is because they've heard yes. The big hand. Nice job. Все эти люди, которые пришли в Incruises и сейчас лидеры, которые стоят перед вами, они делают очень большую работу. These leaders have heard all the problems. They've heard all the excuses. They've heard all the fears. They've heard all the limitations. Am I right, leaders? Эти лидеры полностью избавились от страхов, от комплексов. Они не имеют уже в своей голове того, чего не нужно нам иметь, не нужно о чем думать. Вот эти лидеры, которые стоят перед вами. Они поверили, они пошли за Майклом, пошли в Incruises, и теперь видите результат. Yep, they can. They heard it all, right? Also, you heard it all. Serena, you heard it all. Они полностью... полностью уничтожили вот эти свои чувства, даже не подпускают их к себе, правда? Yes. Yeah, Natalia, have you heard it all? Я вообще ничего не боюсь. All the problems, all the problems. Наталья, у тебя есть сейчас какие-то проблемы? У меня один вопрос. Задача. Сидящие были маркетинг-директора, региональные, национальные. Natalia wants it, everybody. Our partners will be marketing director and a buyer. Yes.
the end of the day, when you hear all the problems, you hear all the doubts, you hear all the fear, there's something that has to take place. You have to come from your heart. Because if you listen to all the fears and all the doubts and all the concerns and all the problems, you won't keep working. You'll stop. Do you understand? So you have to get out of your head. You have to get out of your head. And you have to get into your heart. И, конечно же, в конце вашего дня, когда вы уже наслушались очень много проблем, много страхов, вы подумайте в конце вашего дня. Не то, что вам приходит в голову и говорит вам ваш разум, а послушайте свое сердце. И только тогда вы поймете, что это не проблемы, и это не ваши страхи. So partners, I said something very important there. I said something very important. You have to get out of your head. But what I'm telling you is, we have all the results. It's been proven. What we have is working all over the world. We have million-dollar earners here. Those making more in a month, more money in a month than most people make in 2 years, 3 years, 4 years. Do you understand that? И вы не должны думать вашей головой, а что будет, как будет. Вот вам пример и результат наших лидеров, которые за 2 года становятся миллионерами, и это еще не предел. Каждый из вас может быть. Вот вам результат и доказательство того, что Incruzis есть и будет. Yeah. В первом ряду на сегодняшний день сидят вот и миллионеры, и будущие миллионеры. You have to get out. You have to get out of your head. I have a saying in English, Mila. I would like you to translate it. The saying that I say all the time to partners is, if you stay inside your head, if you stay inside your head, and you're asking how do I do this? How do I do this? Always asking how, thinking too much in my head. Your business will be dead. Do you understand? Если вы будете постоянно спрашивать себя, у вас в голове будет крутиться эта мысль, как, а как оно будет, а как, знаете, что у вас бизнес, у вас не будет бизнеса, он умрет. Top leaders ask two questions all the time. What's the target? What's the goal? What's the outcome? This is a question top leaders ask all the time. What's the target? What's my outcome? What are my reasons to be a leader? What am I striving for? What's the target? This is the number one question all top leaders ask. This is the question I ask. What do I have to do to help people, millions of people all over the world? What's the target? What's the outcome? Improve the quality of people's lives. What's the target? Improve the quality of people's lives. What's the target? Enrich people's lives. What is the question that I ask as a leader? I didn't ask how. I didn't ask how. I didn't ask how do I make Incruzis work. I said, no, what's the vision? What's the mission? What is it that I'm doing? What is the question that I ask first and foremost? Первое, наши топ-лидеры, которые сидят сейчас в первом ряду, они не задают вопрос, а как работать будет Incruzis? А как он работает? Каждый день они просыпаются с мыслью, и они ставят себе цель, как того, чтобы большее количество людей узнали о наших возможностях. Как это передать людям, как сделать улучшенную жизнь для людей. Вот это должны думать каждый раз партнеры для того, чтобы у них был успешный бизнес. Не как будет работать Incruzis. Майкл говорит, вы должны стратегию видеть, вы должны видеть миссию нашей компании, а не тактические какие-то моменты. Только тогда вы займете первый ряд. So new partners are going to ask. Mila was telling me this, she was in Israel for vacation. Yep. Yes. Tell the story, you were in Israel for vacation. My vacation. Yep. Я рассказала Майклу, я за 1.5 года взяла отпуск и поехала в Израиль на 2 недели перед мероприятием. Хотела отдохнуть первую неделю. Я не могла отпустить миссию вот эту, да, нашей компании. Постоянный Incruzis у меня был в голове, как сделать лучше жизнь. И я первую неделю после завтрака брала компьютер, шла в бар, у меня там было место, офис, уже все знали, что я работаю.
И я говорю, Майкл, у меня вот мысль, наша стратегия развития Incruise в будущем. Что нужно сделать лучше, что работает, что не работает, оно постоянно находится в голове. Я уверена, я не спускаюсь к каким-то тактическим вопросам, понимаете? Тактические вопросы у нас решает саппорт. У нас есть служба, которая решает эти вопросы. Вы, если хотите быть успешной, быть лидером и сидеть в первом ряду, быть миллионером в будущем, вы должны думать стратегически. Вы должны нести миссию компании в люди. Вот ваша главная задача. Когда меня спрашивают, скажи, вот чем ты занимаешься, ты что-то продаешь? Я говорю, нет, я не продаю. Я хочу, чтобы больше вы отдыхали. Я хочу, чтобы вы достойно зарабатывали и улучшали свою жизнь. Вот моя задача. Я хочу, чтобы вы путешествовали и за это еще получали деньги. А как это? Разве возможно? Сразу вот такие глаза. So new partners, you're going to be asked this question. How do I work in Incruises? How do I work in Incruises? That's the first question they're going to ask you. Is how? How do I make Incruises work? And I want you to say that's not the right question. You have to ask what? Better questions. The first question is, what's the target? What's the reason? What's the target? What's the reason? What's the outcome? What's the target? What's the outcome? What's the reason? Don't ask the question how. Don't ask how. You go inside your head. Get out of your head. You understand? Get out of your head. Okay? И очень часто Майкл тоже говорит, что его спрашивают постоянно. Майкл, какие-то тактические вопросы ему задают. Вот как работает сайт, как работает Incruises, как работает какая-то там программа, что там где-то не работает, как работают линии наши круизные. Майкл говорит, вы не думайте как. Это у нас есть службы, которые этим занимаются, оперативные службы. Вы как партнеры должны иметь в голове стратегию и миссию. Вот что самое главное. I promise you, that's going to be the first question. How? How do I make it work? And you say, that's not the right question. Let's figure out what's the outcome? What's the purpose? What's the meaning? What's the reason? What are the emotions that will drive you? Because you're going to be met with problems. And if you stay inside your head, you're not going to stay for a long time. If you go inside your heart and you feel the emotion, the strength, the drive, and you know that you will not settle, you'll stay for a long time. So I just ask you respectfully, when people ask you, how do I make Incruises work? How do they make it work? Just tell them it works. Let's figure out your purpose. Let's figure out your reason. Let's figure out why. First of all, what? Then why you're doing this business. Why? Очень часто Майкла спрашивают, еще раз он повторяет, да, что когда вас люди, даже в будущем, когда вы предлагаете этот бизнес людям, естественно, готовьтесь к вопросу, что вам будут люди спрашивать, а скажите, пожалуйста, как работает, а он легальный, а он нелегальный, а где его офис, а где его то, где его это, то есть вопросов будет миллион. Первое, что вы должны сказать, послушай. Ты должен сам определиться, какая у тебя цель в этой жизни, что ты хочешь от этого бизнеса. Или ты думаешь головой сейчас, как оно работает, не работает, пока ты думаешь, занимают первые ряды, пока ты думаешь. Поэтому ты должен включиться и подумать о своей цели. Ты должен подумать, почему ты хочешь в Incruises, что для тебя дает вот это ощущение нахождения в этой компании. В первую очередь ты должен эмоционально сердце свое послушать. Не слушать, что разум тебе говорит, а как, а я боюсь, а вдруг через там, полгода Incruises не будет. Не думайте об этом. Вы должны быть уверены, где вы работаете, в каком бизнесе. И так вести свой бизнес. We get what we have to have. We get what we have to have. We get what we settle for in life. We get what we have to have. We get what we've settled for. Everything that you have in your life, everything that you have in your life, you made a decision to accept it. And so if you don't accept it, don't do it, don't settle. But you get what you have to have. If you have a big enough reason why, you'll figure out how to do it. If you have a big enough reason emotionally inside your heart, you'll figure it out. Right?
И вы будете иметь, естественно, такой результат, о чем вы думаете. Если вы будете зациклены на тактических вопросах, операционных, вы будете и дальше вот так, в таком же состоянии, постоянно раздумывание. Если же вы поставили цель стратегическую, то, что вы поставили какую цель, такой результат вы и получите. We get what we have to have, don't we? We get what we have to have. Everything that you have in your life, you made a decision, whether you accept it or not. And if you have more things in your life that you don't accept, don't settle for it. Do not settle to be any less than you're capable of. Don't settle for it. Каждый человек в нашей жизни выбирает свой путь и свое принимает решение. Поэтому вы должны определиться, что вы в жизни хотите, и такой у вас и будет результат. Или же вы останавливаете свои боязни, переживания, постоянно думания, как оно будет. Или вы занимаетесь дальше в этом всем, крутитесь и получаете такой же результат. Вы должны для себя сделать решение, принять решение, сделать выбор. Okay, so now I'd like you to write down two actions. Запишите, пожалуйста. Two actions, write down, right now, right now. Two actions. Начинать действовать прямо сейчас. Two actions that you're going to take today, as soon as you leave this training. Two actions that you're going to take today. Что вы должны сделать сейчас, когда вы оставите этот тренинг, он закончится? That's going to put you closer to getting what you want, getting you what you have to have. Получите то, что вы задумали. Two actions, two decisions. Today, after you leave this training, that you're going to go do, go make happen, that gets you closer to having more of in your life. Two actions that help you get more of in your life. Две вещи, которые вам помогут уменьшить вот эти все ваши раздумья неприятные. Write these down now, please. What are two actions? Запишите, пожалуйста. Два действия, два решения, которые вы должны вынести из сегодняшнего тренинга. Today, when you leave this training, two actions that are going to get you closer to what you want more of in your life. Get them done. Do not settle for anything less. Write it down now, folks. Two actions, two decisions right now that are going to get you more of in your life. Please write these down. Запишите, что вы должны остановить вот эти первые, остановить эти мысли. Two actions. Two actions. You have to follow through. If you made that decision, you have to follow through. Если вы приняли решение, вы должны освободиться от того, что вам мешает. Запишите, пожалуйста, что вам нужно сделать для того, чтобы уменьшить вот эти ваши страхи после того, как вы закончите сегодняшний тренинг. And then now, Mila, I'd like them to write down what's one thing that you're going to do today that you're not going to do anymore. What are you going to stop doing? That's less of in your life. What are you going to stop? What will you stop doing that's less of in your life? So I'm giving you something to go, something that's more, that gets you more of something in your life. But if something is causing you stress, stop doing it. If you're in a toxic relationship, you have to stop the relationship. You have to set some boundaries. Whatever is bringing you less of what you want in life, stop doing this, please. Если вы хотите в вашей жизни, чтобы вы получали то, что вы хотите, вы должны в первую очередь убрать из своей жизни негативные ситуации. Если ваши отношения с кем-то вас тяготят, что нужно сделать? Прекратить отношения. Или выяснить, что человек хочет, и уже принять решение, да? Okay, everybody got it? Сегодня вечером вы должны от этого просто вот принять решение. Я останавливаюсь в этом отношении. То, что вас тяготит. Do they need more time? You're good? Okay, so закончили все? You wrote down two actions that get you more of in your life, and one action that takes away
That which you will not settle for. Stop. И еще запишите, что бы вы хотели. Второе, первое, мы освобождаем наше пространство от негатива. И второе, вы запишите, что бы вы хотели сделать для того, чтобы улучшить вашу жизнь. Make the decision. Get it down. Сделайте для себя решение. Сделайте ваш выбор каждого. Remember, we get what we have to have. И помните, что то, что мы задумали, мы то и получаем. We get what we have to have. Мы получаем то, что мы хотим, и то, что мы делаем. Okay, now turn to your neighbor, turn to the person next to you. Повернитесь, пожалуйста, друг к другу. And tell them, what decision did you make? What are the two actions that you're going to take today? И спросите, пожалуйста, друг у друга, что вы сегодня прекратите делать и что вы начнете делать? Make a commitment, tell your neighbor, what decision did you make? Пообщайтесь с вашими, пожалуйста, соседями. What are you going to do? Talk to your neighbor, talk to your neighbor. Пожалуйста, поговорите друг с другом. Two actions. But I want to do it on this last exercise. I want to play the song. Let's go. Now I'd like them to say, to tell the neighbor what they're going to stop doing. Just yes, let them. Both. They do yes, the both. Сейчас будет музыка, поэтому подождите минуточку. Я понимаю, что все возбуждены уже. Господа, подписание книг будет в холле специально. Пожалуйста, отойдем от сцены. Я вас умоляю. Время, деньги. Майкл через 40 минут должен улететь. У нас будет 40 минут на подписание книг. Подготовили там столик, все, Майкл, да все, окей. Окей, поднимайтесь. Поднимитесь, пожалуйста, все. Окей, Ян, ставьте любую. Ставьте любую. Окей. Ян, это не та, он сказал, поэтому выключайте. Ян, поправьте немножечко.
Поправьте меня немножечко, проводы отошел. Окей. Okay, like everybody do this. Everybody put your hands on your hips. Положите, пожалуйста, ручки ваши. Both hands on your hips, but both hands on your hips. Внимание. Both hands on your hips. Поставьте, пожалуйста, ручки вот так. Okay, listen. At any time you feel unconfident, any time you feel stress, anxiety, any time, I want you to stand in this and say, oh yeah. Oh yeah. Каждый раз вы чувствуете неудовлетворенность какую-то, некомфортность. Вы становитесь вот так, в такую позу. Have you seen the movie Wonder Woman? Do you know this movie Wonder Woman? Did it play here? What Wonder Woman? Вы знаете, что это делают многие женщины вот так вот? Yeah. There you go. I want you to get this pose. This is a Wonder Woman pose. Right? Очень часто, да, вот женщины становятся в такую позу. Да, и нам все равно, да. Где у тебя что? And now, what do athletes do when athletes win? When they have victory, how do they look when they have a victory? What do they do? What do athletes do when they win? Что мы делаем, когда мы победили что-то, когда у нас есть какой-то результат? Что мы делаем? Как, какое движение? Поднимите вверх руки. How would it feel knowing that you got more of in your life? Как вы чувствуете себя более комфортно? Вот так, когда вы становитесь или когда вы радуетесь? Поднимите руки и попрыгайте. Супер. Молодцы. У кого есть телефон, быстро, я сфотографирую всех вас. Okay, get five high fives, get five hugs from your neighbor. Дайте друг другу пять. Так, давайте еще раз повторим этот класс. Ой, подождите. And say, you got this. What's that? All right? Here we go, hands up. Where's our photographer?
deserve a good life. Turn to your neighbor, you deserve a good life. Ви можете сказати друг другу, ти можеш жити достойно життю. Ти можеш жити життю лучше, ніж інші. You deserve a good life. Каждому скажіть. You deserve a good life. You deserve a good life. Victor, you deserve a good life. Каждый из вас будет жить лучше життю. Обязательно. We'll make it happen. We'll make it happen. We'll make it happen. Счастливым, каждому скажите, что ты будешь счастлив. Это обязательно будет. Вы должны быть уверены в этом. Okay, so quick recap. What did you learn? What did you learn? People want what? People want two things in life. Итак, в конце давайте подытожим, что хотят люди в этой жизни. Люди хотят что-то увеличить и что-то уменьшить в своей жизни. You have to ask people, what do you want more of? What do you want less of? Людей, что ты хочешь в данный момент? Вы должны узнать их потребности. Как в лучшую сторону, так и в худшую. And then you have to what? You have to listen. И вы должны внимательно слушать, что вам говорит человек, потому что в этом ваш ответ и ваш результат. You have to listen. And then when people say, how? И если вам люди постоянно говорят, а как оно будет? А как оно будет работать? You say wrong question. That's not the right question. И вы говорите, это неправильный вопрос нашего интервью. The question is what? What? What is the target? What is the goal? What's the outcome? What's the reason? Наш самый главный вопрос, какая твоя цель, какой ты хочешь результат получить. Вот ваш должен быть этому человеку ответ. And then you ask the question, why? И он все время боится, говорит, почему, как, я не знаю. And you can tell them why. You can tell them that I met the CEO, I met the founder. The CEO and founder told me he has two fears. He fears at the end of his life that he won't spend time with those that he loves. This is what drives me. I have this fear. И вы должны сказать, что я был на тренинге у владельца и генерального директора Incruises, и он рассказал о своих двух страхах, которые он боится в конце жизни получить. And then I have this fear. The CEO told me he has this fear that the business won't last for a lifetime. But what drives the CEO is go make it happen. Go to work. Keep growing. Get better every day. И владелец Incruises ответил, что я эти страхи хочу переделать на улучшение своей жизни. Это то, чтобы все люди жили хорошо. И с этой миссией я встаю каждый день и это делаю. Вот что вы должны ответить, когда вас будут спрашивать ваш новенький, почему, а как. Every day we're making the company better. Every day. Каждый день он делает компанию лучше. Он старается улучшить нашу компанию. Каждый день это задача генерального директора, владельца компании Incruises. And so I expect the same of you. Thank you. I have the same expectation. I expect the same of them. I want them to grow every day. I want them to get better every day. И теперь я хочу вам сказать, что вы тоже должны мне помогать. Вы должны каждый день улучшать. Растить вашу команду, увеличиваться, развиваться. Вот это, говорит, я от вас прошу. I want them to get stronger. I want them to invest in their business. I want them to grow every day. This is what we're doing. Вы должны быть сильными. Вы должны чувствовать нашу компанию и идти вперед каждый день. Развиваться каждый день. Okay, so I thank you. I thank you from the bottom of my heart. Спасибо от всего сердца, что вы пришли сегодня сюда. And remember, пожалуйста, не слушайте ваш разум, который вам все время о чем-то говорит. Слушайте только ваше сердце и двигайтесь только за сердце. Get into your heart, touch your heart. Потрогайте ваше сердце. Get into your heart. Get out of your head. Get into your what? Выбросьте все мысли с вашей головы. Слушайте только ваше сердце и двигайтесь только за вашим сердцем. Get into your heart. Get into your head. Get into your heart. Okay. I wish you love. I wish you health.
Я желаю вам хорошие отношения друг с другом. I wish you prosperity. Я желаю вам побольше новеньких. I wish you the life that you, your family, your children deserve. И я желаю вам, чтобы ваши семьи, ваши дети жили благополучно. Okay, get 500. Say thank you. Thank you very much. Друг другу сделайте пятерку. Поднимите друг другу руки. Here we go. 5 bucks. 5 high 5. Here we go. Here we go. Here we go. Pasley. Here we go. Here we go. Here we go. Thank you. Thank you.